дожить до утра. Я не хочу умирать, глаза слезами не прячь. Мам, не плачь, прости. Я не вернусь, и мир покинув земной, пулей шальной убит. Ангелом проснусь, в окно постучусь, теплым светлым лучом к маме я прилечу, укрою. Глаза слезами не прячь, мама, не плачь, прости. Я не вернусь, и мир покинув земной, пулей шальной убит. А что у вас там в Славянске? Страшно? Война. Война идет? Меня своими руками, но обо мне не расскажут по вашим телеканалам. Я ведь ребенок террориста. Это правда, мама. Мир наблюдает, как детей убивают упорно, как будто бы война в онлайне. Из попкорна ОПМ 21 град. Точка У и ураганы по жилым районам. Где-то слышен смех Обамы. Страна на грани дефолта. Погибает нация. В стране нет войны, но есть мобилизация. Россия агрессор, тогда скажи, приятель, зачем бежите к ней, если мы не будем братьями? Смерть одного трагедия. Но скажите, как тысяча смертей в Донбассе, мирных жителей, статистика. Петр Порошенко, как там незалежно, все дороги ведут в Рим, наша встреча неизбежна. Я не Шарли, я Ваня, ставший инвалидом. Я волноваха, расстрелянная Украиной. Я Донбасс, слезами матерей залиты. Я семья из Горловки, что была убита. Я не Шарли, я Луганск 2 июня. Я сбитый Боинг, я Донецк под градом пуль. Я Славянск, под знаменем Стрелкова стоящий. Я не Шарли, я Донбасс в огне горящий. Как-то ночью закрываю глаза, вижу тех, кто ушел в небеса. Их молитвы охраняют твой сон, мирным будет он и невесом. Тихо крыльями в небе шурша, пролетает над домом душа, озаряет лицо твое свет. Пусть приснится, что войны больше нет. Стали взрослыми дети за короткое лето. Понимают, что метят точно в город ракеты. Мы пройдем все и выстоим. Стали сильными люди. Только выстрелы, взрывы никогда не забудем. Да спадет пелена, да увидите истину,
Что приносит война? Лишь потери, убийства. Век вранья и презрения. Берегите вы душу. Пусть придет к вам прозрение. Бог грехи пусть отпустит. Здравствуй, Украина, меня зовут Ваня. Я надеюсь, хоть у кого-то сердце не камень. Вы откроете глаза и поймете сами. Но запомни, что Донбасс на колени не станет. Что чувствуют ветераны при ваших попытках переписать историю? Это большая ошибка, страна потеряна. Маразм не знает меры, нет работы и зарплат. Зато есть вечер памяти пантер. Что с вами стало, люди? Зачем вы стали такими? Вы пришли в наш дом, а не ополченцы в Киев. Воюют не депутаты, даты, а дети, так ведь Турчина, выйди на фронт. Если смеешь называться мужчина, не признанный никем. Я не пойму чего-то в Киеве. Президент, пришедший за счет переворота, Петр Порошенко. Как там на Залежно, все дороги ведут в Рим. Наша встреча неизбежна. Я не Шарли, я Ваня, ставший инвалидом. Я волноваха, расстрелянная Украиной. Я Донбасс, слезами матерей залитый. Я семья из Горловки, что была убита. Я не Шарли, я Луганск 2 июня. Я сбитый Боинг, я Донецк под градом пуль. Я Славянск, под знаменем Стрелкова стоящий. Я не Шарли, я Донбасс в огне горящий. Когда ночью закрываю глаза, вижу тех, кто ушел в небеса. Их молитвы охраняют твой сон. Мирным будет он и невесом. Тихо крыльями в небе шурша, пролетает над домом душа. Озаряет лицо твое свет. Пусть приснится, что войны больше нет.